Не бойтесь, это не заразно. Ребята, заходите, класс проветрился. Здравствуйте, Мария Ивановна. Здрасте. О, здрасте, Мария Ивановна. Рада вас видеть, ребята. Первый урок математика. Готовьтесь. Любимый предмет? Опять математика. Математика? А что такое математика? Все готовы к уроку? Да, готовы. Готовы. Туполев, у тебя не будет черновика? Чё? О, смотрите, пацаны, что у меня есть. Давай, показывай. Папка с командировки приехал. О, секайте! Прикольно! А это еще не все! Что еще? Давай! А, смотрите! О, это по-нашему! Всякие вкусняхи, которые я просто обожаю! Ну что, балдеем сегодня? Да. На математике, да? Ря, и попить будет? А, все вроде. Ребята, с чего начнем? С чего хочешь, с того и начинай! Я не поняла, это что такое? У нас урок вообще-то начинается! Это не мое! Вы чё, а? Вы что, мне урок сорвать решили? Быстро собрали всю свою еду и вышли вон из класса! Сладостей у меня на уроке не будет! Пацаны, погнали, у меня есть план! Не будет, не будет сладостей. А вот посмотрите, будут сладости на уроке, будут. До свидания. Чтоб со сладким ко мне больше не появлялись, поняли? Я не хочу прогуливать, ну и сладкого хочется. Я бы ради сладкого прогулял в школу. О, пацаны! Не надо ничего прогуливать, не придется! И сладкого не придется лишаться, не переживайте! У меня есть идея! Говори, говори! Это все, пацаны! Нам надо будет просто, незаметно протащить! И мы будем присутствовать на уроке! И, соответственно, не лишаться своих вкусностей! Протащить мимо Марии Ивановны? Ну да, Ботанов, Туполев, хорош, давай пятюню! Осталось только, пацаны, придумать, чё, куда и как приныкать, чтоб видно не было. Пацаны, я придумал первый способ. Плоские чипсы можно использовать как закладка в моей книжке. Кстати, хорошая идея! Да чё ты время тянешь, давай книжку доставай, ну! Переворачивай. Еще. Хоп. Хоп. Давай много большое закладок сделаем, давай. Да. Ну все, достаточно. А теперь давай, иди в класс, и мы проверим первый способ, работает он или нет. Давай. Здравствуйте, Мария Ивановна, можно зайти? Конечно, Ботанов, проходи. Надеюсь, все сладости остались за пределами кабинета? Мария Ивановна, ну конечно. Так, Ботанов, повторяй, пожалуйста, параграф, сейчас буду спрашивать. Хорошо, Мария Ивановна, хорошо. Ну чё, Ботанов, сработало, не? Ну что, Ботанов, повторил? Да. Ой, что это у тебя так много закладок в книжке? А, это сразу, чтобы найти нужную страницу. Ответственный парень, молодец. Еще бы, моя школа. Ну что, запомнили первый способ? Он реально работает. Пользуйтесь. А теперь способ номер два. Май. Обертка нам не нужна. Берем палочки и засовываем.
Прикольно. А если увидят, то скажут, что ты просто поел. Ну да. Точно! Скажешь, что он елся в столовке! Все, бери рюкзак, иду и проверять второй способ. Удачи! Спасибо. Здравствуйте, Мария Ивановна. Можно в класс? Проходи, Затупин, проходи. А что тут со животом, Затупин? Я в столовке объелся. Не поняла. Я же говорила, ко мне в класс с едой не приходить. Вон вышел. Можно хоть заберу? Нет! Ну чё, ну чё? Не прокатило, заметила. Ну ты реально лузер, а? Вот если бы я это сделал, ну то бы стопудово получилось бы. Ладно, у так. меня тоже есть идея. Давай. Я так мучиться какой не буду. Делаю все легко и просто. Красота! Смотрите и учитесь. А что так можно было? Благодарю. А что я так не додумался? Марья Ивановна, а можно в класс? Конечно, Туполев, проходи. Сработал. Чё сидишь, Туполев? Учебник доставай. Человек и мир сейчас. А шо вы так шелестите-то? Не поняла. Это что такое? А занимай его. Вон! До свидания. До свидания. Вот же ведьма. О, ну, считается, что пронес и съел. Так что спасен. О, если что, работает. Надо просто потренироваться. Я придумал. Я из маршмеллоу сделаю беруши в уши. И пойду на урок. Скажу, что меня все время отвлекает шум. О, ничего себе, головастый варит. Берем. Хорошо, что они такие небольшие. Ну-ка, ну-ка, покажись. Все, как я вам? Красавчик. Ну... Я пошел. Давай, удачи. Удачи, братан, удачи. Мне кажется, этот способ сработает. Давай. Давай, Ботанов, давай. Здравствуйте, Мария Ивановна, можно зайти в класс? Ты чего орешь? Заходи, садись. Хорошо, спасибо, можете громче говорить. Что это у тебя в ушах, Ботанов? Беруши, меня Затупин все время отвлекает. Ну понятно, ладно, доставай учебник. Сейчас! Ну скоро он там уже? Что-то долго, реально. Может, в плен попал? Не, идет, идет. Сработало! Класс! Заметила! Хорош! И этот способ сработал! Пользуйся! У тебя есть еще какие-нибудь идеи? У меня? А я придумал из бисквитных печенек сделать прыщи. Чего-чего? Вот это фантазия! Хотя на что только не пойдешь ради вкусняшек. Давай, Туполев, маш и клей. Не боишься? Нет! Ради вкусняшек на все готов. Да, какой противный, фу! Думаю, хватит с тебя прыщей. Иди пробуй. Давай, удачи. Ай. Здравствуйте, Мария Ивановна. Можно сесть на место? Ой, Затупин, что это с тобой? Переходный возраст, Мария Ивановна. Прыщи, можно сесть? Ну, если только это не заразно. Не бойтесь, это не заразно. Тебе хоть не больно? Нет, Мария Ивановна, не переживайте. Какой урок там доставать? Русский язык доставай. Тема деепричастия. Идет, идет. Сработало! Поздравляю, братан! Тоже действенный способ. Берите на заметку.